Так, посмотрим на нашу овсяницу, как она тут. Так. Птенцы уже оперяются. Она уже на них, я так понял, что не сидит. Подросли. Не знаю, овсяницы это или кукушки. Было 2 яйца, потом 5, потом 4. Но, наверное, это не кукушка. Если бы была кукушка, ей бы была одна, бы была одна. Я думаю, что это овсяница. 4 штуки. Сплять. Им жабы снять. Ну, тут еще поливаем. Ну, спите, спите. Так, ну что, я по винограду все рассказал уже, так что больше не буду рассказывать. Голубей погонял, недолго не полетали почему-то, не знаю почему. Так, ну на этом пока все. Так, главный тренер Витя поднял голубей. В количестве пока четверых вижу. Ветер восточный, вижу я мелитополь, вижу я по одной. Так, что еще тут у нас? Вижу сплошное. Это сплошная с под... Передавали мне с Киева. Такая 4 на 4 вроде бы голубка. Виктор. Виктор Николаевич, не помню. Ну, в общем, голубку мне передавали оттуда. Вот это. С-под него, с-под нее. С-под нее. С-под киевлянки. Это у меня молодой сплошничок, наверное. Мы его только начинаем, наверное. Наверное, вообще не пойму. А какой второй сплошняк, я не пойму. Один сплошняк. Рябова посмотрел, когда кидал, а у него, оказывается, в одном крыле 4. А в другом сломано. А в другом сломано, и 3. А, понял. Да, ему трудно, но он летает. Надо, может, думать, что... Ну, можно подорвать, а да. Да. Он свое возьмет. Можно его. Я это видел, понял? Ну, думаю, я посмотрю, как он будет это переносить. А он переносит хорошо, понял? Пошли более-менее черный по одной и из-под Мелитополя, понял? Вот я вижу. Двое. А нет, то не черный, то пошел какой-то в серебро. Топор рябы. Мелитополь рябая и тут рябы еще 3 и 4, ну как бы плохо линия. Ага. Ты тройку снимаешь, Миша? Я вижу пару вот. А, вот пара, да. Да. Все. Вот то пара и одно. Пара и одно. И там, я так понял, что... А какой-то в середке. Две в середке. То две в середке такой стал, да? А, понял, у него хвост выпал. Бурова нема. Бурова нема, ну ничего. Так что залетели эти две канапа, так понял? Это я гонял их. Залетели, ну ничего, они тут рядышком, куда они могли деться. Хай-хай такие. Да. Тем более это гречаная. И плохо, что, да, плохо, что тут вот этого рябова нет. А, вот он, а, вот они, я их не увидел. Так я тебе говорю, пара рядом. Все, вот, да, вот он, рябы, я только за него вспомнил. Вот его и сестру загнали. Ну ничего, братик остался ничего. Братик остался, он был летчик.
Так что вот это, вот этого не будем гнать. Но он сюда с таким крылом идет вверх, понял? Мы его называем Славка наглая морда, понял? Можно его и. У него там просто, я только что кидал и глянул. Да я видел. Там 4, а там 3 еще и ломаные. Да. Ну пока он летает. Он бурый идет. Да. Пока летает, кидай. Ага, бурый идет. О, молодец. Ну хоть приходит, видишь. Он полетным же голубям, ну чуть-чуть пересидел, но ничего. Лишь бы, как ты говоришь, приходил. А этот быстро выпадает, да, он две середки. Ну тоже уже, наверное. Сильно он не полетал, да? Но ничего. У него такая постановка неплохая, крыло неплохое, да? Мне он нравится. Угу. Он такой, как бы. Ну, плохо, что он, ну, за все это время не показал, ну, так, результата, ну, да, в основном? Да, ничего, да, он не показал. Да. Ну, я видел, просто он так выпадал-то на скучу, знаешь, ага. Когда мог, скажем, с кучей быть, и где-то там на седьмом точно остаться, знаешь. Ага. А он так, вижу, что, знаешь, вот усталость, да. Голова видно. Смотри, твой, этот, бурый вот садится по твоей головке. Уже по чуть-чуть он начинает. Ну, приходить, по крайней мере, начинает. А он наглая морда. Поломанные крылья, Вика говорит, понял, а он, ему все равно. Да, у него там в одном крыле 4, а в другом 3. Это и он подкручивает. Плюс ломка. Он подкручивает, он. Получается как бы 2, да? Да. Так что как раз я там. Сейчас я сразу тебе кидаю и пошел. Давай. Ну, хоть не чай, но я имею в виду. Ну да. Смотри, да, сам. Ну, да, я да, имею, да. Они здорово. Садят, да, не здорово. Садятся и сразу идешь и это. Собираешь и это. Да, они сейчас пошли. Давай. Видите, сейчас дает мне голубей. На кудряшку. Да, пока ждет посадки, пока ждет посадки. Да, Сергей Иванович. Алло. Добрый вечер в вашей хате. Вы далеко? Я у голубей. Кидали, но не пришли. А вы? Ну, я с праздником. Спасибо, и тебя также. Ты не забыл, значит, я стопочку выпил. Это хорошо. Только надо на даче со мной вместе было выпить. Я же тебя зову. Малина опадает, алыча опадает, винограда много. А я знаю, твоя супруга любит виноград и спелые помидорчики, а ты не приезжаешь. Слушай, Володя. Да. У меня к тебе просьба такая. Какая? Ты можешь листочков черной смородины нарвать? Могу. Вот. Ну, кулечек такой, ну, жменю хороший. Могу. Нарвешь? Да. А как вот тебя забрать? Да я буду ехать, тебе позвоню, ты выйдешь, заберешь. А я завтра на рынок иду. Да ну хорошо. Я, может, нет. Тоже, я тоже на рынок собирался. Может, вместе на рынок и там встретимся. А вот мне только не забыть надо. Ты ко мне позвони рано утром, где-то в 7:00, чтоб я не забыл, а то вылетит с головы. Я тебе в 7:00 завтра позвоню. Все, договорились. Все, давай. Черная смородина. А нахуя ему черная смородина? Че он огурцы солит, чешу? Уже огурцы нахуй отошли. Все, не похуй. Не говори. Все равно золото. Точно. Хозяин, да? Видать.